Демка вовремя прошла. Разогнать. Давай, давай, на пятый. Потихонечку, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Маленечко осталось, дорогая. Давай, давай. Дорогой, уважаемый китаец, давай. Вот так вот потихоньку, не надо газовать. На слабых оборотиках. Давай, давай, давай. Пойдем, 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 пойдем. Да ты мой хороший, тут ты товарищ мой. Ой. Тихо, 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 тихо. Не срывайся. Все нормально. Друзья, сходил я, короче, в баньку на стояночке две сестры. И погодка-то, гляньте. Да, вот такая стала погодка, пока мылся, обедал. Вроде как и разветрилось все. А я уж собирался логисту звонить, вставать. Думал, все, куда дальше ехать-то? Ну, видимость минус 20, блядь. Ну, сами же видели, да, как там я в гору поднимался. Ну вот, по красоте пока. Едем на автопилоте. Вообще, не видно дороги. Где, что, как ехать? Тут богодол прошли. Открытое здесь пространство. Открытые поля прям конкретно. Ни хрена не видно. На легковушке летел, летел, он что-то в панике остановил. Догоняем его. Наезжаю, сейчас кусты будут, нормально будет. Капец. Он что встал-то, блядь?
Ты чё, ебаный, блядь? Потерялся. Да. Да у кого страшна, блядь? Фигня. Я вот тоже не вижу, все. Вот эти вот встречки, блядь, с аварийками. Все, за мной пристроился. И едет. Молодчина. Так и надо делать. Только аварийку надо включать, чтобы понятно было. Ну ладно, ребят, поеду. Надо высматривать. Добрый день, друзья. Добрый первый день в этом новом году. Поздравляю всех с Новым годом. Всем здоровья, любви, удачи. Мы выехали со стояночки, 11 утра, проспали, ничего страшного. Метет, продолжает мести, но на улице минус 5. Вот. Сейчас заедем на заправочку, дольем баки до полного и двинемся. Нам осталось ехать 900 километров до точки выгрузки. Выгрузка завтра, 10 утра. Опаздывать нельзя. Штрафуют. Но мы не должны опоздать. Метет, метет, вообще метет. Что-то погода перепутала вообще. Вообще все перепутало. Что-то там у них, видать, наверху какая-то. Увольнения, наверное, какие-то идут, и это перестановка местная. Кто-то на повышение, кто-то на понижение, да? Как везде. Тишина, машин мало, все спят. Но уехало много со стоянки народа, много, прям много уехало. Я прям что-то проснулся, так это. Вчера устал за день, поэтому ехать по этой вот метели. И прям решил отоспаться. Сегодня даже с утра не занимался. В обед позанимаюсь, похожу на своих тренажере. На своем тренажере в обед похожу. На обед остановлюсь, похожу. Ну что, поехали. Красота тайги. С правой стороны снег на елочках, а с левой нет. Нет. Все-таки как в тайге красиво, да? ДПСники останавливают. Быстрый старт есть. Я говорю, есть, только найти надо. В общем, полазили, полазили. Нашел. Ну и это. Все. Запустили. Все прекрасно, все хорошо. Аж на душе как-то приятнее стало. Мужичок, видать, мучился давно, потому что ДПСники, говорит, стоим уже 5 часов. Помогли. А здесь бетоночка, видите, бетонка. Сильно не разгонишься.
по бетонке, как на паровозике. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. А как настроение поднялось? Вот. Вот. Вот эта вот вещица помогла. Ну там еще до хрена осталось. О, на двухполоску выходим. Так. Поперли.